Всем добрый вечер. Поздняя съемка. 18.30. С вами канал «Недвижимость» в Турции. Paradise Alanya. Нашел двухкомнатную квартиру в новостройке по очень хорошей цене. Быстренько покажу этот новый проект, который сдался только что в эксплуатацию. Так, здесь у нас вход. Тут в будущем будут строить новый проект, заранее скажу. Расстояние от этого места до моря, вот за тем зданием моря, 500 метров максимум. Вот такой красивый проект. Строит очень хороший, качественный застройщик Best Life Construction. Кого интересует новый проект, я недавно делился на канале. Вот. Там у нас генератор. Спускаемся вниз. Есть инфраструктура. Я пойду отсюда. Свет включайся. Молодец. Слышите? Так. Такая красавица тут у нас. Еще. Кажется, их много. Это лобби. Здесь у нас кинотеатр. Вот такой интересный кинотеатр. Это надо забраться домой. Так, идемте дальше. Есть два лифта. Мы сюда еще вернемся. Здесь вот такое место, да. Раковина. Здесь санузлы. Ого. Даже есть санузел для детей. Вот. Так. Я туда приду. Здесь у нас римская парная комната. Вот. Здесь сауна. Тут у нас фитнес. Тут зеркало. Ага. Здесь турецкий хамам. О. О. Луна над головой. Отключим. Вернусь, отключу. Здесь у нас детская игровая комнатка вот такая. Сигналка. Так. Здесь у нас открытый бассейн. Шезлонги, зонтики также есть. Вот такой бассейн. Где-то 10 метров в длину. Или 8 метров в длину. 4 метра в ширину. И детская бассейн. Здесь беседка у нас. Здесь качели. Детская игровая площадка. Идемте в резиденцию снова. Комплекс, то есть. Так. Я сейчас поднимусь в лифт. Покажу вам лифт. Вот такой красивый лифт. Мазолоченый. Квартира находится на первом этаже. Поднялись мы на первый этаж. На этаже у нас 2, 3, 4, 5, 6 квартир. Здесь лестничная площадка. Вот квартирка. Темновато. Здесь у нас спальня. Тут как минимум 11 квадратных метров. Вот такой вид с окна. Здесь у нас домофон. Вот такого цвета, сероватой двери. Здесь санузел. Кто-то постучал. Так. Здесь вот такой санузел. Сюда устанавливается проточный водонагреватель. Вот такой. В этой стороне кухня, совмещенная с гостиной. Потолки здесь 200
8 сантиметров высотой. Вот. Так. Вот такая гостиная. Кухня. И балкон. Вот такой балкон. Бюджетный вариант для тех, кто ищет именно новостройку. Лампочка здесь у нас. Так. Сейчас подведу итог в этой стороне у нас. Спустим вниз. Дорогие зрители, тут жилая площадь где-то 45 квадратных метров, как минимум. Брутто 55 квадратных метров. Квартира находится на первом этаже, только сдалась в эксплуатацию. Расстояние до моря максимум 500 метров. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Рядом также парки. Цена этой квартиры 51 500 евро. Есть слишком маленькая скидка на эту квартиру. Если вам понравился этот проект, звоните, пишите по номеру, который указан в описании, также в ролике. Все, с вами была Гасси из солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.